Впервые в КФУ прошел отборочный этап международного чемпионата по решению кейсов в области нефтегазового дела. А международный он, потому что чемпионат стартовал в КФУ и одновременно еще в 37 вузах России, а также Казахстане и Монголии. На сегодняшний день многие предприятия, в том числе и нефтяные отрасли, нуждаются в специалистах-инженерах, которые способны мыслить нестандартно и предлагать новые методики развития. Именно поэтому представители нефтегазовых компаний заинтересованы в проведении таких мероприятий в ведущих вузах России. На сегодняшний день проблема с кадровым резервом для нефтяной промышленности и для геологии очень серьезная. Это знают и в правительстве, особенно в вашем правительстве, Республики Татарстан, и в правительстве Российской Федерации это известно. И поэтому для того, чтобы стимулировать обучение студентов, квалифицированных кадров для такой ведущей промышленности в стране, проводятся вот эти международные чемпионаты. Принять участие в чемпионате решили студенты разных курсов КФУ. Главной задачей участников стало предложение наиболее эффективных методов решения по энергосбережению, по снижению затрат при работе на месторождениях. Думаю, что это нам поможет и при трудоустройстве, это поможет нам при улучшении наших знаний по специальности. Ну, то есть, одни плюсы от этого участия. Получили огромный опыт. Именно не тот, который дает университет, а тот, который ты можешь получить только своими силами. Возможность посмотреть, какие мысли и идеи выдвигают наши соперники. То есть, и в основном, мне кажется, будет разнообразие идей, которые будут интересно посмотреть, что вообще, какие идеи рождаются у людей. Самые креативные идеи студентов КФУ будут представлены победителями на финале чемпионата, который пройдет в мае этого года в Москве. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.